С вами Николай Пивненко в проекте «Дата» 6 марта. И сразу начну с тех, кто появился на свет в этот день. 1475 год. Скажу сразу, дата приблизительная. Появляется на свет скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения Микеланджело. Его биография была написана при жизни, а прожил он, кстати, немало, 89 лет. Для того времени это долголетие. Наиболее известная его работа считается статуя Давида. Сейчас эта бесценная 5-метровая скульптура хранится в Академии изящных искусств во Флоренции. До нас дошло немало его язвительных суждений о работах других художников. Критиковать других деятелей искусства Микеланджело не стеснялся. 1619 год. День рождения Савиньена Сирано де Бержерака, французского прозаика и драматурга, мыслителя, вольнодумца. Наибольшую известность Бержерак получил как персонаж пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Его имя стало просто нарицательным для обозначения человека с огромным носом, а также истинного гасконца, поэта и дуэлянта. Эдакий вариант Д'Артаньяна. 1815 год, день рождения Петра Павловича Ершова, сказочника, автора знаменитого «Конька-горбунка». Сочинив его еще в юном возрасте, писатель сразу был принят в круг петербургских писателей, которые, естественно, оценили его талант. Однако дальнейшие обстоятельства жизни просто не позволили писательствовать. Однако он внес большой вклад в развитие школьного образования в Тобольске и губернии. То есть, что называется, работал на местах. 1913 год, день рождения Александра Покрышкина, русского военачальника, маршала авиации, трижды героя Советского Союза. В 1926 году рождается Анджей Вайда, польский режиссер и сценарист, обладатель золотой пальмовой ветви Международного Каннского кинофестиваля, премии «Оскар», премии «Сезар» и «Феликс». Запомнился зрителям такими картинами, как «Поколение», «Канал», «Пепел и алмаз» и многими другими. Фазиль Искандер, писатель, родился в 1929 году, лауреат Государственной премии СССР. Ну а в 1934 году родился Михаил Михайлович Жванецкий, писатель-сатирик, исполнитель своих произведений. Ну а в 1937 году день рождения Валентины Терешковой, первой в мире женщины-космонавта. 6 марта 1945 года в Люберцах появился на свет Михаил Звездинский, советский и российский автор и исполнитель песен. Ну, например, «Поручик Голицын», «Сгорая плачут свечи», ну и, конечно же, исполнитель хита «Очарована-колдована» на слова Николая Заболоцкого. 1972 год. В этот мир приходит Василий Уткин, спортивный журналист и телекомментатор, ну, который временно не комментирует. Еще некоторые события. 632 год. Последняя проповедь Мухаммеда. Он приглашает всех мусульман, которые прибывают в Мекку, для совершения хаджа горе Джабаль-аль-Рахман на Арафате и говорит с ними. Вот одна из цитат. «О люди, воистину кровь ваша, ваше имущество и честь ваша священны и неприкосновенны до тех пор, пока вы не предстанете перед Господом, так же, как священны для всех вас в этот день и этот месяц. Воистину, вы встретитесь с вашим Господом и будете держать ответ за все ваши поступки». 1613 год. Всенародный земский собор избирает на царство 16-летнего Михаила Федоровича из боярского рода Романовых, племянника Федора Иоанновича, последнего царя из династии Рюриковичей. 1899 год. Аспирин патентуется химиком Феликсом Гофманом. А в 1902 году основан футбольный клуб «Реал Мадрид». 1925 год. Выходит первый номер газеты «Пионерская правда» тиражом в 20 тысяч экземпляров. До начала 90-х годов прошлого века номер «Пионерской правды» стоил всего 1 копейку, а годовая подписка – 1 рубль 8 копеек. Любопытно, что газета существует и по сей день, а я вспоминаю пионерские времена, когда ты обязан был подписаться на это издание.
Согласитесь, зубная боль – одно из самых сильных ощущений человека. Ну и борьба с этой болезнью происходит на протяжении всего так называемого человеческого существования на планете. А теперь вспомните, без чего невозможно представить стоматологический кабинет. Правильно, без бормашины. И тут, что называется, сходятся все звезды. В 1790 году некто Джон Гринвуд 6 марта придумал этот агрегат. Дело в том, что он работал личным зубным врачом у Джорджа Вашингтона, первого президента США. Устройство его было самодельным, но весьма устрашающим. С задачами, впрочем, справлялось. Вот почему теперь, в этот весенний день, ежегодно все причастные к зубному делу люди отмечают Международный день стоматолога. И помните, что профилактика – это лучшее средство от любого заболевания. Поздравьте стоматолога, и будет повод записаться к нему на прием. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».